На исходе XIX века в европейском искусстве возникло новаторское течение символизм. Отражение – символ потустороннего мира. И единственный способ постижения этого мира и его тайн – это искусство, вещали символисты. Будущий вождь опубликовал свою первую программную поэму. Она состояла всего из одной строки. «О, закрой свои бледные ноги». И попала в самую точку. На десятки лет она стала эмблемой символизма, а автор приобрел оглушительно скандальную славу. Вся читающая Россия, кто с негодованием, а кто со смехом, повторяла его имя. Валерий Яковлевич Брюсов. Внук костромского крестьянина и сын купца Якова Кузьмича Брюсова. Ну и что, все? Ну как-то, милая, ну еще добавить. Ну сделайте мне небо, ну пространство. Врежьте по первому плану, вот, до, на белую стенку, глубине. Нет. Ну, что? Я вопросов этих не понимаю. Так лучше? А вот так лучше? Сделайте эту сцену, пожалуйста. Поваргал. Сыном поваргал. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. The Soviets built this memorial in 1975. Pushkin's very words that inspired the Decembrists are inscribed in the marble. Я думаю, что, наверное, когда я в детстве читала сказки Пушкина, читала его стихи, у меня складывалось такое сопереживание, прочувствование, эмоции. Важно, что Пушкин нужен тем молодым людям, которые сидят в интернете и голосуют, и для которых Пушкин остается нашим всем. Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что чтение стихов Пушкина снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, избавляет от атеросклероза и полностью исключает болезнь Паркинсона. Не знаю, как с физическим здоровьем, а уж душевного здоровья стихи Пушкина точно вам принесут. Ну, за Пушкина. За всегда... И за вышесказанное.